Гутенабед. Посмотрел «Трансформеры. Восхождение зверя у еботов». Ну, действительно, в конце концов, сколько уже можно это тащить, это нести, это волочить. Уже невозможно это смотреть. Ой, и даже не буду советовать это ставить, когда вы там пылесосите, потому что я не знаю, для кого это вообще снимается, кто, есть ли вообще фанаты этой франшизы. Предлагаю вообще всем написать заявление в кинокомпанию, вот, которым принадлежат права на эту франшизу, чтобы, ну, перестали, потому что уже в конце концов это уже даже не смешно. Уже даже закрыли Джеймса Бонда, потому что он всех достал. Но это уже ну, раздражает людей намного больше, чем Джеймс Бонд. Ну, серьезно. Что там, ну, они складываются в машины, раскладываются в роботов. Потом эти складываются в зверей, раскладываются в каких-то зверуеботов. Ну, это... Хотите перезапуститься, ну, наймите Ридли Скотта. Наймите там еще кого-нибудь, ну, кроме Шьямалана, потому что, не дай бог, он опять запустит все в обратную сторону, и опять придется все смотреть заново. Нет, нет. Так что, Danke schön, auf Wiedersehen.